Девчонки и мальчишки, всем привет-привет. Мы тут ржем опять. Короче, у нас очередная ржака случилась. Пришла, наконец-то мне сегодня пришли мои штанишки. И я вот думаю на Бонприксе, который заказывал. Вот они. В наборчике. Беленькие и голубые. И голубые. Что-то у меня хоть проблема с вещью. Беленькие и голубые, короче, с лампасами. Спортивки. Думаю, сейчас мы с вами их померяем. А я как раз вчера постирала майки свои, вот эти новые, которые есть. Блин, вот в чем проблема, да? Они, конечно, хлопковые. Обнаружилась проблема. Они, конечно, хлопковые. Ну вот я их постирала, да, и они вот, ну надо гладить теперь. Все, их так не наденешь, как вот свои трикотажные я. Ну вот эти вот. Они тоже хлопковые, но у них, видимо, как-то эластана, что ли, больше, не знаю. Ну их, короче, вот высушил просто, распрямил, высушил, надел, пошел. А эти не получится так, придется гладить. Ладно, думаю, сейчас заодно погладим, заодно спробуем этот утюжок я нашла при разборе в этих. Это не это просто темное пятно, это не грязное здесь. Нашла утюг у пацанов, вообще где-то запрятанный там далеко. В прошлом году-то я, когда мне что-то на ног был погладить, я им говорю, есть у вас утюг? Они говорят, есть, там, на балконе где-то стоит, вот там, где машинка стиральная, в этом подсобном помещении. Я говорю, ну давайте это, откопала, и он гладит, но он, знаете, у него этот, ай, что ж меня заносит, провод у него, видите, что, надо заизолировать, я, так как я редко глажу, я все время думаю, ладно, потом, а этот хороший, у него провод хороший, все, но никто не знает, работает ли он, сейчас мы его с вами как раз заодно и попробуем. Так, и заодно попробуем, зря что ли я там подтягивала доску. А, что ржали-то? Вот. Что ржали-то? С Давидом. Трусишки-то я заказала. Мы же выяснили уже, да, что мне размер надо поменьше заказывать. На этом, на Бонприксе-то. Не трогай там ничего. Сейчас я убью кошку. Ириска. Нет. Я думаю, ну не страшно, если будут трусишки и этот... Ну, побольше, что ли. Я не думала, что они будут до такой степени побольше. Они такие, знаете, хорошие на картинке. Высокие, ну вот прям вот высокие вот эти вот места. Я какие бы себе... У меня лежит целая куча трусишек высоких. Я какие бы себе не покупала, да, они вот вроде бы и высокие. А ходить начинаешь в них, они так фу, и скатываются. Я не знаю, жопа у меня такая, что ли, как кривая. Короче, все, трусишки, девочки, набор трусишек. Покажу давайте сразу, чтобы вы тоже поржали. Что же нам только веселиться? Я Давиду показываю, говорю, смотри, они реально вот так натягиваются. Но у них очень хорошее качество. Знаете, чем? Они хлопок тоже. Сейчас. Хлопок и 5, что ли, процентов эластана там в нем. Сейчас покажу. Вот, короче, блин, не видно. Сейчас пристрою вас. Как бы тут подкрутить-то, чтобы она у меня скрутнулась. Ой, вот так что, вот. Сейчас закреплю. Пока я вся не подготовлена. Думаю, быстро-быстро снимать. Не знаю, как еще поставить. Короче, вот, набор трусишек. Вот они. Две расцветки вот такие. Одни, значит, просто серенькие, без рисунка. Я думала, вот эти белые, они, оказывается, просто светло-серые. Получается, 4 штуки 15 евро. Девочки, ну они огромные. Они реально огромные, как парашюты. Но зато, я так думаю, в них, наверное, спать удобно будет. Ну просто вот реально огромные. Их, конечно, наверное, на улицу не наденешь. Ну это... Ну вот я не знаю, я сейчас нарядила, конечно, они не падают с меня. Ну, и такие, знаете, как будто я в памперсе. Ну, так. Думаю, ладно, я потом, если что, их вот здесь вот ушью, наверное, просто, или как-нибудь что-нибудь сделаю с ними. Ну, очень хорошее зато качество. Ладно, трусишка им похвалилась. Видите, такие. Так, теперь что с утюгом-то у нас? С утюгом. Погнали дальше. Сейчас будем гладить. Ой, целый день я сегодня просидела за компом с этим долбанным дзеном.
Так, вот мальчики три износила. Три постирала. Ну, как износила? Я их надеваю, ну, то есть один раз вышла, все, вернулась мокрая, сразу в стирку. Так, сейчас здесь посмотрим, что за марка утюга. Невер. Или Невир, как? Не знаю. Не знаю, что за да? Сейчас. Сразу в стирку кидаем. Ну, потому что, ну, что мокрые, подмыхи мокрые, что толку их сушить. Они, конечно, не вонючие, но уже... Он даже заработал, смотрите. Он даже заработал. Так, как бы вас поставить, чтобы все видно было. Сейчас я поглажу одну, да? Какую погладим? Чтобы совсем... Давайте оранжевенькую погладим. Или голубую. Или оранжевенькую, или зеленую. Ладно, давайте оранжевенькую погладим, раз вы говорите, что она мне больше всех идет. Но я бы не сказала, что они сели. Так что-то не особо видно, чтобы они сели-то. Вот такие же большие остались. Ну, большие, большие. Вот что делать? Ой. Короче, девочки. А, они еще знаете, как сделаны? У них, короче, низ, вот здесь вот, он длиннее, чем зад. Ой, низ, говорю. Внизу перед длиннее, чем зад. Это, видимо, рассчитано, когда вот с таким вот пузом ходишь, большим, чтобы не перекосоебливался маечка-то. Вот. Сейчас быстренько гладнем и все померим. Лучок-то, лучок-то, что? Бля, горячий. Ты смотришь? Он работает. Так. Вот. Так и живем. И сегодня целый день на Дзене. Все жалуются. Я хотела, думаю, писать вам пост. Ну, все уже авторы отписались, по-моему, своим подписчикам. Только я еще туплю, но потому что еще вчера было не так все плохо. А сегодня уже, конечно, похуже. Меня сегодня спросили, зачем я делаю репосты уже, которые видели видео. Я же говорил, я не люблю репостить. Но есть надежда, когда вот репосты делаешь сейчас, что видео, которые мало посмотрели, еще посмотрят. То есть оно еще открутится, там репост покажется, там еще кому-то. Ну, короче, вот так вот. Но надежды не оправдались. Все такая же ерунда. Никуда ничего там лучше не крутится. Все упало, все пропало. Это опять вот в связи, вы, наверное, слышали уже, в связи с монетизацией. Это я сейчас говорю тем, кто на Дзене смотрит подписчикам. На Ютубе-то там, конечно, там все стабильно. Там все хорошо. Спасибо всем, кто подписывается на Ютубе. Оставляет комментарии. Там канал растет. Ну, конечно, не такими стремительными темпами. Ну, по крайней мере, так, слегка я ее поглажу. Да, ее надо было вообще вот туда натянуть, конечно. Хотя она перекосоеблена. Извиняюсь. Так, наверное, все-таки придется ее натягивать. Иначе у меня сейчас здесь 25 складок получится. Так, платье вот так. Ух. Вот. Ну, короче, я смотрю, народ-то побежал уже и на другие платформы. Даже авторы большие, которые там 100 с лишним тысяч подписчиков. Смотрю, они это в других соцсетях заводят уже вообще в новых платформах. Я, конечно, тоже себе там, ну, помимо того, что у них там Телеграм и ВКонтакте есть, я себе, конечно, тоже профиль завела там в одной сети. Ну, что-то я не знаю, как это будет работать. Что-то мне у них там именно профиль не нравится сам, блин. Именно как это воспроизводится. Все. Какая-то ерунда. Группу надо создавать. Зачем мне там создавать группу? Когда ту же группу можно там ВКонтакте создать или, допустим, в этом, как его называют, в Телеграме, да? Мы же в Телеграме сидим, вот в Телеграме там почти 500 человек, 470, что ли. Я девчонкам обещала, у нас когда были активные темы в Телеграме, ну, то есть, надо было срочно там обсудить, мы их обсудили.
Ну я девчонкам, когда всем подписчикам, когда всех звала в Телеграм, я обещала не спамить. То есть постоянно не закидывать там какой-то ерундой, какой-то ненужной информацией, типа «Доброе утро, мои дорогие». Ну как-то вот не это самое. Потом у нас возникла тема похудения, тоже мы ее обсудили, да? А вот. И вроде как пока тишина. Там, когда эфиры вот я делаю, ну тоже я их не часто же делаю на Ютубе, я туда скидываю оповещение девчонкам, чтоб подтягивались на эфир, кому интересно. Ну, то есть такие небольшие объявления. Вот, но теперь я думаю, с учетом того, что... Знаете, что переделали на Дзене? Подписки. Там люди жалуются, читатели жалуются, что эти подписки теперь не найдешь. Куда-то их там спрятали, и в итоге они заходят в ленту в общую, и авторов, на которых подписаны, не видят, и найти их там в списке не могут. И все, короче, вообще по-дурацки стало. Ой, я думаю, не знаю, в Телеграме что ли кидать ссылки на новые видео, что вот видео новое на канале есть, чтобы вы не искали, допустим, вот так. Не знаю, что делать. Ну, анонсы. Или уже сразу туда видео публиковать, и все. И мозг не кружит себе. Но там монетизации нет, видите, что. Так же тоже больно, обидно будет, что, ну, вот без ничего публикуешь. Оно же все-таки как? Там как ни крути, все равно работа. Ты все равно же, как сказать, не... Ну, за большое спасибо же все равно никто не будет работать. Вот это вот. Представляете, сколько времени занимает? Все вот это снимать. Я говорю, ладно, еще когда вот о жизни вот так снимаешь, но тоже без камеры бы это вот гораздо быстрее я бы все сделала, чем вот с камерой. Ну что, штаны что-то тоже погладить? Ой. Так. Ну, более-менее, ладно, погладила мальчик. Не отглаживается, она смачивает. Так. Что делать со штанцами? Где у меня тут? Что поворачивается? Ну-ка, вот так вот. Ой. Сейчас, девчонки, я вас пристрою. Опс. Тогда мы снова вместе. Вот. Так, ну что, я, наверное, переоденусь, да? Да? С каких штанов начнем? Давайте с голубых. С голубых. Сейчас начнем там голубые и белые. Сейчас я переоденусь, на паузу поставлю и посмотрим. Где пауза-то? Так, девочки, я вас просила над трусишками не ржать. Теперь прошу не ржать над штанишками. Это немножко не то, что я ожидала. Смотрите, для полноты картины сразу в кроссовочках выпрыгнула. Ну вот посмотрите, или я камеру так ставлю. Что-то я какая-то коротконожка там вообще получаюсь, коротконожка. Да? Не знаю, ну вот они тоненькие, очень тоже из хлопка. Да, сейчас посмотрим, что у них тут по составу-то. Блин, это размер 3XL. 56-58 европейский. Ну да, это, ну как бы, то большой. Так, сейчас скажу, что по хлопку-то. Ой, по хлопку, по составу. А, это же тоже африканский хлопок. Короче, девочки, это все африканский хлопок. Продолжаем ходить. И белые штанцы. То есть вот голубенькие, они тонкие, и у них, знаете что, у них вот здесь по бокам, где я там, по бокам разрезы, вот эти вот. Что-то они как-то странно торчат, я вот думаю их вот так вот зашить, что ли, чтобы они не торчали. А то они внизу, как эта юбочка, вот так раз и расходятся, такие вот, с двух сторон. Сейчас посмотрим беленькие, что? Что? Где у тебя там лицо-то? Не входит. Эрис. Короче, она обнаружила, что можно спать на моей кровати, оказывается. Она так долго на новую кровать не ложилась. Я говорю, о, как хорошо, я теперь сплю одна. Фигушки, не угадала. Так, сейчас белые штаны надену. Девочки, вот, кстати, штаны, в отличие от труселей и маек, да, как-то по размеру серии, вроде тоже 56-58. Вот смотрите, вот это беленькие. Они небольшие.
Или они должны быть в обтяжку сильные? Я что-то не поняла. Сейчас пойду пересмотрю еще модель. Ну вот та же самая история вот здесь вот. Видите как? Что-то прям торчит вот это место. Не знаю. Вот такие. С черной лампасиной. Там голубые, с белой лампасиной. Здесь, в принципе... Сейчас вы видите труселя. Вот они вот сюда. Не ржать, прошу не ржать. Здесь, в принципе... Ой, я жмат. Ну вот... Серьезно, у меня так, вот такого размера труханы первый раз. Так, ну ладно, забыли про трусишки. В этот... Вот беленькие. Конечно, я их оставлю. Они тоненькие такие. Я вот думаю, как раз, наверное, будет вот с этим вот, да? Ходить по утрам. И потом скоро откроется бассейн же. Мне же надо будет до бассейна ходить. И вот как раз они тонкие. У них до бассейна добежал. И нормально. Все. Ну, вот как-то это. Не знаю. Ну, тонкие, да, тонкие. А вам еще лосины не нравились? Не, на самом деле, все это хорошо. Все это удачно. Я считаю, вот здесь показать. Ну, что здесь торчит только? А, 5 миллионов бумажек, ладно. А в этом... Сделаны-то они неплохо. Ну, тканька, видите, тоненькая такая, слушайте. Ну, прям приятная. Ну, так. Ритусики. Вот такие. Сзади. Сейчас, у меня вентилятор дует, меня все сдувает. Вот так вот, аж прям. Сзади просто обычные. Ну, короче, вот. Примерочка. Такая у нас будет. Поближе так сделаем. Даже не знаю, как сделать. Все, вот реально жарко. Вентилятор, не вентилятор, все равно жарко. Так, ну ладно, с этим разобрались. Ничего я назад... Че их назад отправлять тоже, девчонки? Вот вы сейчас, если будете писать, назад отправлять, да? Им цена по 10 евро. Каждая. Ну вот, в смысле, набор 20 евро стоит. Ну, труханы, понятно, обратно не отправишь, трусы не, обратно не принимают, да? Ну и ладно, они пойдут для спанья вместо ночнушки, так натянул их, может, завязочки пришить. А эти-то что отправлять? На этот. Зачем? Они... Что так темно? Почему стало? Они это... У меня, кстати, комната вот эта вот самая светлая, походу, получается. Ну, и упаковку еще, если открыть, эти шторки. Там в зале снимать, там вообще темно. Вот. И они небольшие оказались. Все, не могу. Не могу больше, извиняйте. Ой. Дуйте мне, дуйте. Ну все, девчонки, буду я там себе еще... А, завтра. Анонс. Сейчас будет анонс. Завтра, я говорю, Давиду, кровь из носу, берем твою тачанку и идем вот пешком. У нас, мы все время на машине там проезжаем, да? А, ну, просто со скоростью света. Там неудобно, там дорога так раздваивается, и как бы, ну, нам туда не надо, мы не заезжаем. Но там магазины вот так идут с обувью, именно эльчевская обувь, которую мы показывали в этот, большие ездили, вот эти, ну, магазины, аутлеты. Здесь, по-моему, я не знаю, атлеты это или оптовые они, оптовые, не знаю, короче, какие. Но мы там все время проезжаем, я смотрю, какие-то смешные цены на обувь. И написано, ну, как сказать, фабриканты производства Эльче. И сумочки по 3 евро. Магазин, главное, сумочки, все сумочки по 3 евро. Тут идти до нее, да, 10 минут вот от нашего дома неспешным шагом. Ну, просто это надо именно шагом, если на машине, то там кругами. Я говорю, хочешь, не хочешь, вот завтра даже если мир рухнет, мы все равно туда дойдем. Но это я так решила, что мы туда дойдем. Надеюсь, мир не рухнет. И поснимаем. И я заодно себе посмотрю. Мне, во-первых, тапки для дома надо провалить, зараза. Которые голубенькие я покупала в последний раз. Что-то у них там нитка пошла. Так, кстати, дернулась эта шов, которая прошита. И все распустились.
и стали рассыпаться. Ну, короче. И хотела я себе еще белые тапочки купить. Не белые тапочки, а такие, знаете, как парусиновые спортивки такие вот. Ну, как кроссовки, только тоненькие. Типа как полукеды. Такие не кеды. Ну, короче, такие, ну вы поняли, такие спортивки. Такие тонкие, тонкие, низкие кроссовки, короче, вот так. Чтобы... Лучше, если бы они будут из ткани. И белые. Или теперь уже голубые. Я уже не знаю. Ну, вообще, какие будут, надо посмотреть. Вообще, я такие увидела в Мустанге, но они, по-моему, кожаные. И их размера моего нет на сайте, и надо ехать опять в эти атлеты. Короче, если что, придется в атлет ехать. Ну, ладно. Все. Пишите ваши комментарии. Внимательно, вовлеченно смотрите. Всем большое спасибо за мнение. За дурацкие мнения, оскорбительные и так далее. Да, смотрите, даже не за неоскорбление меня, а даже за оскорбление участников беседы, ну, комментарий других участников беседы, там, сформулирую мысли. Короче, других комментаторов, других подписчиков, да, девочки, буду отправлять в бан. Кто будет разжигать вот эти вот всякие там скандалы, друг на друга обзываться, не умеете нормально общаться, смотрите молча. Все. Все, реально, без всяких обид. Я без всяких обид, меня это не трогает, нет, я просто не хочу, чтобы вот эта вот какашка висела там вот. И тем более не хочу, чтобы оскорбляли других участников, других подписчиков. Вот и все. Это касается и Ютуба, и Дзена. Все. Пока-пока. Пишите что-нибудь свое мнение. Хорошее. Пишите хорошее мнение. Как говорят, я люблю только хорошее мнение. Не, на самом деле, я вижу, что это самое... Ну да, тонковата ткань. Но с другой стороны, блин, она мне и нужна была тонковата. Вот мне что делать? Девочки, не пишите, пожалуйста, про хлопковые брючки. Я вас умоляю про хлопковые брючки не писать. Хлопковые брючки, они для прогулок. Вы не понимаете, что мне вещи нужны для, как сказать, для большей подвижности. Мне никуда хлопковые брючки, они не тянутся. Они, вот у них нет вот этой вот эластичности. Они все равно, какие бы они широкие не были, они сковывают свободу движения. А мне нужно именно вот, чтобы ходить, чтобы меня ничто не стесняло, ничто не, как сказать, не мешало. Именно, чтобы была спортивная одежда. Спортивная, а не брючки для прогулки. Когда, если мне нужны будут брючки для прогулки, я пойду и куплю брючки для прогулки. Пожалуйста, умоляю, вот не циклитесь на этой теме, на брючках. Я все знаю про брючки. Вы не переживайте. Мне 50 лет. Я все знаю. Я все время имею лишний вес. Я все знаю про брючки. Прорвало в конце. Извините. Все. Всем пока-пока. Увидимся.